Надоел вечно выпадающий ширпотреб? Надоели скучные и унылые сайты? CSGO Funny – тот самый сайт, где постоянные розыгрыши призов, бесплатные кейсы и партнерская программа с возможностью заработка. У нас, пожалуй, лучший дроп в Рунете. CSGOFunny.ru. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Овер, Арктик и Джереми. И сегодня у нас будет вот такой вот новогодний маньячок в CSGO. Хоу-хоу-хоу! Всем привет, друзья! Всем здорово, ребята. Итак, друзья, первым маньячком у нас будет Джереми, и мы с Артиком будем прятаться. Смотри, братан, у меня есть одна нычка такая, но я не знаю, насколько она хорошая. Пойдем вместе попробуем. Ну хорошо, давай, я с тобой сбегаю, еще раз делимся. Смотри. Давайте, ребята. Смотри, бегись. Нет. Не стоит туда? Не стоит вообще? Нет, не стоит. Ну давай, окей, побежали. А куда тогда будем прятаться? Я вообще просто эту карту не знаю. Я тоже не знаю, я сейчас только побегал немножко, но... Так. Давай так пробежимся здесь немножко. А посмотрим. Мы за собой будем вообще улики-то, улики, братан? Улики? Да подожди, нам спрятаться, у нас времени-то нет никогда. Стой, я-то не зашел. Ничего такого. Не закрывайся. Давай, жесть. А куда, братан? У тебя там есть-то место вообще в этой комнате? Давай, заходи. Так. Опа. Так. Стоп, подожди, а как? Я-то не могу туда... Я сел, но мне кажется, нас видно, братан. Я сел, но мне кажется, нас видно. Нет, не видно. Не видно? 3, 2, 1. Все, ребят, я вышел на охоту, короче. Блин. Все. Готовьте свои задницы. Это вообще не найс нычка, Димас. Это просто не очень. Блин. Так. Сейчас посмотрим. Ё-моё, пожалуйста, хоть бы прокатило. Я хочу убежать отсюда, Димас, реально. Я хочу просто убежать. Сейчас, мне кажется, мы по двери побежим, не влезем. Сейчас вдвоем реально. Так. Блин, офигеть. Че, Макс, на первом этаже вы или нет? Там, та там, там, та там, та там, та там, та там, та там. Че такое? Димас так нервно поет. Так я не знаю вообще, это че сейчас было, Димон? Ты видел вообще? Че такое? Ты видел, да? Жесть, просто офигеть. Моя остановочка, да? Просто моя остановочка. Друзья, это был какой-то эпик. Я не знаю, что сейчас произошло, но это было реально очень красиво. Реально очень прикольно. Ой, нет. Ой. Нет, мы видим, как ты бегаешь, там, стреляешь что-то, но ты нас не видишь, а мы видим. А может, и не видим, я не знаю. Вдруг я прикалываюсь, братан. Блин, ай, да прикалывался. У тебя жопа торчала там просто. Блин, ты знаешь, ты один раз забежал и убежал, и мы с Димасом такие, ё-моё, что вообще происходило? Но ничего, меня убили первого, теперь буду маньячком я. Итак, ребята, 2-1, все, я выбежал, и просто держитесь. Просто, ребятки, держитесь, потому что я хоть маньяк и топовый, но, друзья, мне нужны будут подсказки. Какой ты топовый мастер. Например, смотрите, первая жертва, как говорится, она ищется легко и... Что? Ой-ой-ой-ой-ой, братан. О, а ты думаешь, меня поймаешь, да? Ты думаешь, главное, меня поймаешь? Главное, чтобы вторая жертва полный скаут. Ой, я убежал, видимо. Да блин, так нельзя. Ой, братан. Я вообще ничего не вижу, понимаешь? Я просто... Все, друзья, Я запутался очень жестко. Это гранаты, это просто какая-то жесть. Он еще неограниченное количество использовал. И это просто капец. Это просто капец, друзья. Ну как я в такой ситуации должен был просто действовать? Мне нужен был пулемет в той ситуации, чтобы просто убить его. Но... Но я маньяк, я иду на нюх, братан. Я чувствую, как пахнешь ты. Я чувствую, как пахнет твой страх, дружище. Я чувствую, как твой телепорт не работает. И как ты прячешься в коробке. Все, остался Дима. Остался просто Артик, который где-то сидит. Забудь про меня. Который где-то сидит в одной комнате такой, заныкался в какой-то нычке и не хочет вылазить. Но его мы тоже найдем. Комната довольно просторная. Его мы тоже, друзья, найдем. Да, ну, я думаю, даже на минуте 30, чтобы мне было полегче, потому что, ну, карта, друзья, действительно огромная, и она очень прикольная, потому что тут есть различные телепорты, и нычек реально просто много. И Димон, я тебя нашел. Ты тут что-то... Да, блин, прикольно, кстати. Карта действительно большая и очень сложно без подсказок кого-либо найти. Мне просто повезло, когда я Джереми... Я вышел и увидел. Да, там просто какой-то зомби стоял. Что-то делал. Блин, я испугался своей нычки, убежал. Да?
Ну, бывает. Еще прикольно, что карта под Новый год сделана, вот такие елочки, вот, потому что Новый год, друзья, через пару часов уже будет, и я надеюсь, что вы все там уже с новогодним настроением сидите. У меня просто реально новогоднего настроения пока еще нет. Может быть, оно появится. Оно придет, знаешь, как во время еды, знаешь, да? Да, когда куранты бьют, и вообще классно. Но, Димас, ты мне язык заговариваешь, и я не могу тебя найти. Давай, 9 секунд, и я даю подожди, просто... Так. Интересно, Макс, ты видит, нет? Может, за мной? А ты на втором этаже или на первом? В общем, Диман, так. Я тебе даю подсказку, ага. Он не в доме. Он находится не в доме, я он. Вот ты рядом, тратил. Рядом с ним был недавно, вообще, вот прям недавно-недавно ты рядом. Все, мне крантос, походу. Так. Слишком плоская подсказка. А была. Вот сейчас не рядом, братан. Ну, не знаю, не знаю. Может да, быть давай, и рядом. Давай, давай, подсказка. Братан. Все, мне посвидули просто. Так, надо смотреть, вот. Где бежит. Надо смотреть, где бежит. Так. Я... А куда, Димас? Так, минута осталась, ребятки, минута. Давай еще подсказку, Диман. Не давай, надо. Давай еще. Так жестко было. Он на том же месте, рядом с машинами, пусть будет так. Ё-моё, так это я его как-то там не убил и не заметил. Я понял. А, нет, я не понял. На дереве, что ли? А как оно открывается, Димас? Я когда первый раз подошел, оно не открывается. Блин, нифига себе, ребят, вот это было реально прикольно. Теперь маньяк у нас Дима Артик, и мы с Джереми идем прятаться. Джереми, как мне только что сказал, знает какую-то крутую нычку, братан, поэтому веди меня туда. Давай, давай, просто веди меня. Так, давай. Ага, конечно, разумеется, само собой. А шифтить обязательно в этой? Да, да. Все, каждый, в каждом раунде друг другу показали на эту нычку. Да? Так, да. Ты его ведешь в камин, да? Подожди, а куда? Нет. А куда? Блин, я не знаю, тут где-то дверь должна быть. Какая дверь, братан? Куда вообще идти, ё-моё? 20 сек. 20 сек. Давай, пожалуй, попробуем здесь прятаться. Ты вот в этой кабинке, да, допустим? Стой, просто сесть? Да. Братан, ты чё? Нет. Побежали, подожди, 1 секунду, побежали за мной. Я, братан, тебе... Вот так вообще не палить. Вот так вот, знаете, просто доверяешь человеку, доверяешь, а потом он такой бац и говорит, давай просто вот тут встанем. Так, все, он бежит. Ну что, ребятушки, давайте я пошел на охоту. Вы готовы? Я не готов, Димас. Ну тогда тебя я убью первым. Так. Подожди. Вот, давай вот здесь стоять. То есть, если он войдет, мы сразу туда. Или чего? Это привет, ребята. Все, иди, я встал. Подожди, я не могу выйти. Да в окно. Не разбейся, братишка. Он сейчас же придет туда. Он сейчас за тобой побежит, а это автоматически за мной, значит. Он не увидит тебя, если он чего. Не увидит, но окей. Так, я сижу, я сижу. Вот, просто нычка, переговорщики от бога. Меня видно? Дима, меня видно? Да, тебя видно. Ладно, тогда не буду туда лезть. Ай, что? Я даже не знаю, как он вошел. А, это жесть! Это просто... Это была такая жесть! Димас, я стоял за углом, ты понимаешь, я тупо стоял за углом. И когда ты зашел, я выбежал и дверь закрыл, но я просто не знал. Надо было стоять там. Ё-моё, друзья, ну теперь просто режим... Я не знаю, режим просто спидранера, и надо бежать. Не могу догнать. Куда-нибудь. Прячься от меня, я не знаю. Я просто буду бегать, ребят, я буду бегать. Различные... Оп. Пусть ненадолго, я тебе даю убежать. Так, окей, давай. Спасибо, братан. Всё, убежал? Да, нет. Не убежал. Неудачник. А куда? Я даже не стреляю. Тихо. А ты, если будешь бежать с Зевсом, ты меня никак не догонишь. Я знаю. Хопа. Ты прятаться будешь вообще? Хопа. Дурачок, что ли? Хопа. Тихо! Ой, по-моему, бегает. А что ты меня не убил? Там лестница, Димас, была. Давай дубль 2. Опа. Тихо. А ты меня вообще... Ага, нет, не все так просто, Димас. Оп. Что? Ну блин, будет обидно, что если я проиграю после того, как столько тебе попыток дал. Ой-ой-ой, сколько флешек. Да пофиг, ребят, надо что-то делать просто. Ты меня, братишка, бесишь немного.
Мама, пожалуйста, прости за то, что вырос рано. Оп! Ну ты просто обманки, обман... Оп! Налево. Направо. Не знаю. Оп, 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 блин! Диман, да прежде ты. А мы долго так будем бегать, братан, с тобой. Пожалуйста, я должен убежать. Я реально должен убежать. Я делаю хоп. Хоп. Эроина, да? О, все, видимо, убежал. Видимо, убежал, Диман. Да, все-таки убежал. Я на 30 секундах дам подсказку тебе. И это очень, очень глупая нычка. Очень глупая. Может, ты догадываешься, о чем я говорю? Да, догадываюсь. Ой, не догадываешься, Димас. Не догадываешься. Попробуй в камин. Попробуй в камин. Попробуй в камин. Я точно не там. Диман, попробуй в камин. Я точно не там. Ой, в смысле, я там. В смысле, я в камине. Попробуй туда. Всё. Я в камине. Здесь. Я здесь. Я в камине. Я надеюсь, ты уже пошел туда. Он в камине, серьезно, Диман. Куда да ты? Да в смысле? Я в камине, там, Диман. Сиди. Да что за развод, я не понял. Да, я в камине. Да, давай, да, я в камине. Чекай все ящики, быстрей. А-а-а, я не успел. Я же правда был в камине, ё-моё. Я несколько раз приходил. Друзья, ну а на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю серию. Она получилась довольно веселая, быстренькая такая. Мы побегали маньячками, побыли жертвами. Я надеюсь, что она вам понравилась, и вы уже влепили большой пальчик вверх. Но на этом у нас все. С вами был Овер, Джереми и Артик. Подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Не забывайте оставлять положительные комментарии. На этом у меня все. Всем удачи, ребят, хорошего новогоднего настроения. Всем пока-пока. Всем пока-пока и с Новым годом, друзья! Всем пока!